Добрый день. Я Георг Хачатурян, журналист, политический обозреватель. Значит, встречаемся снова. И опять я сегодня решил поговорить о таком внешнеполитическом аспекте, который очень волнует всю армянскую общественность в последнее время. Речь идет о заявлении министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, которое он сделал после встречи в Милане с министром иностранных дел Армении Зорабом Нацаканяном. Там была, значит, такая встреча глав МИД стран ОБСЕ. И на полях этой встречи, значит, встречались Мамедьяров с Нацаканяном. И по окончании этой встречи Мамедьяров заявил, что в вопросе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта с армянской стороной достигнуто неслыханное взаимопонимание и прогресс. И после этого в печати, в СМИ, в социальных сетях пошли широкие обсуждения о том, что, значит, что имел в виду азербайджанский министр. Вчера наш МИД устами пресс-секретаря сделал заявление о том, что никаких особых новостей, значит, в Милане не было. Ну, просто договорились о том, что будут открыто встречаться, будут встречаться с привлечением сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то есть то, что и было раньше, и ничего особенного в этом нет, и что так воодушевило Мамедьярова, непонятно. Но все-таки я бы не согласился здесь с нашим МИДом и с его заявлением, потому что Мамедьяров, опытнейший дипломат, он бы не стал из-за ерунды какой-то, значит, так делать такие заявления. Правда, появились еще такие комментарии, что это, значит, такая наживка, на которую, значит, должна клюнуть армянская общественность, а на самом деле под этим ничего нет. С этим тоже я не согласен, потому что, значит, если речь идет о переговорах по такому болезненному вопросу, как Нагорно-Карабахский конфликт, то, конечно, заявления просто так не делаются. В связи с этим я бы хотел изложить свое понимание происходящего и вспомнить самое начало, значит, этих всех событий, когда, значит, еще времена Левона Терпетросяна, первого президента Армении, как мы знаем, у него была совсем иная доктрина по мирному урегулированию, чем у второго и третьего президентов Армении. Я хочу напомнить тем, кто, наверное, не помнит или забыл, что еще в марте, 5 марта 1992 года, Левон Терпетросян дал интервью российской газете «Комсомольская правда», в котором он, вот я даже сделал такую выписку, в котором он очень так откровенно говорит о том, что решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, а Нагорный Карабах на правах автономной республики с очень широкой автономией должен быть возвращен в состав Азербайджана. Вот, значит, такое было мнение высказано Левоном Терпетросяном в 1992 году в марте, когда в Нагорном Карабахе вовсю идут боевые действия, гибнут люди, значит, обстреливается Степанакерт, добровольцы из Еревана едут туда, тоже погибают. Значит, президент страны, которого потом некоторые горячие головы называли президентом-победителем, говорит вот такие вещи. Интересно, что бывший пресс-секретарь Терпетросяна Левон Зурабян в 2009 году не отрицал тот факт, что Терпетросян действительно говорил вот такую вещь, что Карабах должен быть передан Азербайджану на правах широкой автономии. Ну, в 1997 году в ноябре Левон Терпетросян выступил со статьей «Война или мир», значит, статья, которая послужила поводом для того, чтобы, значит, отправить его в отставку, в которой он повторил все эти свои постулаты. Ну, понятно, что человек, который привлекает в качестве своего советника по вопросам безопасности американского такого авантюриста, как Жерар Липаритян, ничего другого сказать не мог. Как-то с самого начала чувствовалось, что Терпетросян, хотя пришел к власти именно на волне вот этого карабахского движения, да, комитета Карабах в 89-90 году, как-то вот с самого начала его президентства ощущалось, что карабахский вопрос ему очень мешает. Он как гиря на его ногах, и он все время ищет поводы, чтобы, значит, избавиться от этого вопроса. И в своих выступлениях, в интервью он неоднократно повторял, значит, вот
свою доктрину. Так, честно говоря, можно было бы подумать о том, что в 90-е годы Армения в тяжелейшем положении, война, блокада, полностью уничтожена ВВП благодаря разумной, в кавычках, экономической политике экономистов команды Терпетросяна, и конфликт этот очень мешал развитию Армении, как говорил Терпетросян, и он старался скорее его разрешить вот таким вот способом. Но прошло целых 20 лет прошло, и в интервью в программе «Пакагиц» на канале «Кентрон» Петросу Газаряну, значит, Терпетросян слово в слово повторил, значит, все эти свои постулаты. Им унинелоба испеси герхантир, петуцян арачин харца петилинер, жо и сепакан жоортин нахапатрастел, а испеси луцумнери, цавот луцумнери, айо, фохзи чумаин луцумнери. Ете петуцюнес, ишханутюнес, допти чтиен тарквес жоорти трамадрутюнерин. Ес картунем, нынис гете ишханутюнес схал ворошун мекаясну да вочинч, миат схале арил тасат чиштванкане. Айн тараснера, որ մենք կոչում ենք ազատագրված, պատմական, սրբազան, որ ես համարում եմ ավելի ճիշտ կներ արտահայտել Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, միջազգային հանրությունը, միջազգային օրենքը, ՄԱԿ-ի և ԵՀԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերը, որոնց մենք էլ ենք մասնակից, մենք էլ ստորագրել ենք դրանց տակ, իրենց տերմինաբանության դա կոչվում է օկուպացված տարածքներ։ Դա կոչվում է օկուպացված տարածք։ Այո, մենք սա տարում ենք։ Ես ասում եմ, իշխանությունը նրա համար է, պետք է որոշում կայացնի։ Չի հավատում, թող գնա պատերազմանի հասնի Բաքու, այսինքն կպարտադրեն այդ լուծումը։ Այն լուծումը, որ ենք այսօր մենք կարող ենք ստանալ համաձայնությամբ Ադրբեջանի հետ, վաղը դառնա պարտադրված լուծում։ Դա մենք պարտավոր ենք իրականացնել։ Ասացի, եթե այսպես կամավոր չանենք, համաձայնությամբ չանենք, մի օր ուղղակի սանկցիաներով են մեզնից այդ հողերը տանելու, սանկցիաներով չեն խնայելու, դա անխուսափելի է, չկա այդպիսի բան, չենք կարող պահել այդ տարածքները, անգամ եթե Բաքուն գրավեն, տարածքների հարցում ես ուրիշ ասելիք չունեմ, մի տվեք, բան չունեմ ասելու, ով ասեց ոչ մի թիս հող, նա է այս ազգի գերեզմանափորը, նա է այս ազգի կործանողը. С возвращением всех освобожденных земель азербайджанской стороне, с передачей Нагорного Карабаха в качестве автономии тому же Азербайджану, он еще и приводил примеры Ирака, который, значит, когда-то воевал за Кувейт, а теперь уже ни Ирака нет, ни Саддама нет. Пример Милошевича приводил, пример Каддафи приводил. И что если армянская сторона будет упрямиться, то вот санкциями и силовым давлением ее заставят так поступить, значит, вернуть, вынудят. А те, кто против этих, значит, передач и возвращений, те главные могильщики армянской государственности. Я могу еще вспомнить, как во время митингов в своей предвыборной кампании 2008 года, я лично ее освещал, и мне это не то, что кто-то там, как сейчас говорят, да, мне говорили мои знакомые в Ереване, которые слышали, как другие рассказывали. Нет, я это слышал своими ушами, поскольку как журналист освещал кампанию Терпетросяна предвыборную. Я прекрасно помню, как во время одного из своих предвыборных митингов он сказал, что на площади Свободы сейчас стоит 120 тысяч человек, это больше, чем население всего Арцаха. И потом произнес фразу «Гимаинч, Хаястана Гарабаги Хатер Матаганэнг», то есть по-русски, принесем Армению жертву ради Карабаха, стоит ли это того? И, значит, его сторонники кандидатов в президенты воодушевленно аплодировали и кричали, значит, что выражали полную поддержку. Ну, я не думаю, что тогда на площади было 120 тысяч человек, было, наверное, 1030 или 40, но агитпроп Терпетросяна работал на всю катушку, и каждый митинг они объявляли, значит, 100-тысячным, 120-тысячным. Я что хочу сказать, что эту идею он вынашивал еще с самого начала 90-х, еще когда шли боевые действия. В связи с этим я бы еще вспомнил такой очень широко распространенный в нашем обществе миф, который, значит, внедряется в головы тем, кто
не интересовался раньше политикой, не занимался урегулированием, значит, никогда не читал об этом, что якобы Роберт Кочарян вывел Арцах из участника переговоров по урегулированию. Как человек, который много лет занимается этим вопросом, могу возразить. После подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году, под которым стоит подпись тогдашнего командующего армией обороны Арцаха генерала Самвела Бабаяна, представители Арцаха больше никогда ни в каких переговорах не принимали участие ни при Левоне Тарпетросяне, ни при Роберте Кочаряне, ни при Серже Саргсяне. Это очередной миф. Не было такого, чтобы на встречах Тарпетросяна, Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна, там, я не знаю, с Муталибовым, с Гейдаром Алиевым, с Ильхамом Алиевым, чтобы кто-то сидел за столом от Арцаха. Такого не было. Поэтому не нужно вводить в заблуждение нашу общественность и выдумывать какие-то сказки. Никол Пашинян заявил, что он хочет привлечь к переговорам представителя Арцаха, и общественность встретила это очень воодушевленно. Правильно, никто не возражает. Но как технически, как это возможно, если Азербайджан категорически не признает Арцах как сторону переговоров, называет их представителей, значит, сепаратистами и отказывается с ними разговаривать? Как себе представляет Пашинян вот эту всю ситуацию? Я к чему все это говорю? А к тому, что вот это воодушевление мамедьяровское, да, вот такое, что мы достигли неслыханного прогресса, неслыханного успеха в переговорах, вышли на новый уровень, как я думаю, может быть связано только с тем, что армянская сторона согласилась вернуться к вариантам Тарпетросяновской эпохи. То есть вот тем вариантам, и в Казани, и в Мадриде, и в Санкт-Петербурге, и в других местах, и еще в Кью-Весте при Роберте Кочаряне, да, была и такая история, был и такой пункт. Все срывались из-за несогласия именно азербайджанской стороны, потому что предлагалось для них неприемлемое, а для нас очень приемлемое. А то, что предлагал Тарпетросян, азербайджанскую сторону очень и очень даже устраивало. Ну, известно, чем это кончилось для Тарпетросяна. Он лишился президентского кресла, через 10 лет попытался вернуться, тоже неудачно. И, честно говоря, ну и слава богу. В связи с этим еще можно вспомнить недавнее назначение на должность советника по вопросам обороны премьер-министра, значит, генерала Ашака Карапетяна, который в 2016 году был уволен Сержем Саргсяном с занимаемой должности именно за непрофессиональное отношение к работе. Тогда были, значит, данные о том, что разведка вовремя не предупредила о готовящейся агрессии. За это отвечал Карапетян, он был уволен с занимаемой должности президентом тогдашним. Теперь этот человек назначен военным советником премьер-министра. К чему все вот эти вот кубики такие, да, пазла ведут? Назначение этого генерала на должность советника, воодушевление Мамедьярова. Ну, здесь еще можно вспомнить, я уже об этом говорил в одном из прошлых эфиров, откровение Лукашенко, отставка министра обороны Арцаха Левона Нацаканяна. Все это наводит на тревожные, нехорошие, угрожающие мысли. Будем надеяться, что все это дальше вот этих заявлений не пойдет, но надо быть готовыми ко всему. Но будем надеяться, что худшие сценарии не сбудутся. Ну, на этом пока заканчиваю. Прощаюсь, извините, что я отвлек вас от дел. Мой профиль открыт для дискуссии. С удовольствием отвечу на любой вопрос. Всего доброго, до новых встреч.